Продолжаем главные новости. На Первом канале Евразия завершился 10-й юбилейный сезон самого популярного музыкального проекта страны «X-Factor». Победители определили зрительским голосованием. Народной избранницей стала Улпан Жумабек из Костанай. Но каждый из финалистов 10-го сезона за это время обрел своего слушателя и целую армию поклонников. Каким был этот сезон? Самые яркие моменты от этапа прослушивания до гранд-финала собрала моя коллега Айгуль Мухамбетова. Желание принять участие в юбилейном сезоне «X-Factor» изъявили больше 2500 человек. Каждый хотел испытать судьбу и побороться за возможность стать новой звездой эстрады. И, надо сказать, многие самородки поражали своими талантами. Получить путевку в следующий тур удавалось не всем. Кому-то помешало волнение, кому-то излишняя самоуверенность. Перед вами победитель 10-го сезона Шиденко Леонид Владимирович. Я приехал с Караганды вот сюда, и поэтому я звезда. Тем не менее, особенно запомнились те, кто своими вокальными данными дотронулись до струн души строгого жюри. Выросло новое поколение, вот именно в этом сезоне пришло очень много участников, которым исполнилось там вот 16, 17, 18 лет, и которые начинали смотреть проект совсем детьми, да, то есть им было по 6, по 7 лет. В этом сезоне было все по-новому. Снова вернулся этап тренировочный лагерь. Проверка на стрессоустойчивость, умение быстро подстраиваться под обстоятельства. Было сюрпризом для нас. Тренировочный лагерь мы не ожидали. Надо было за каких-то пару часов, за каких-то полчаса сделать номера с другими участниками, выучить текст, что-то придумать. Но мы справились. Еще одна особенность сезона – не было привычного разделения на категории. Каждый из наставников собирал свою команду мечты. Но до финала дошли 9 участников. Мы часто сравниваем свои эфиры с кастинга и смотрим абсолютно разные люди. Абсолютно разные люди, по-разному себя подаем, мы уже более уверены в себе. Я думаю, что это отличная школа для артистов. Каждую неделю проект покидали участники. Таковы правила. Порой решение зрителей было полной неожиданностью. Но до гранд-финала, обойдя своих соперников, добрались трое. Улпан Жумабек с наставником Дильнас Ахмадеевой, Гулистан Ахмерова и Нургерген Махамбетов и дуэт МД из команды Евы Бехер. Победителя и денежный приз 5 миллионов тенге получил только один, и это Улпан Жумабек. На отборочные туры она пришла как лаборант из Костанай, а теперь триумфатор музыкального проекта. Победителем 10-го юбилейного сезона шоу «X-Factor Казахстан» становится Улпан Жумабек! Я даже не думала, что стану победителем. Я невероятно счастлива. Спасибо всей стране. Она всегда была скромной. Она всегда выполняла все задачи, которые ей давали наставники и вокалист, продюсеры. Пан Жан Сол. Рахметсахан, что ты меня не подвела. Она всегда говорила, я вас не подведу. Юбилейный X-Factor позади, а это означает только одно. После небольшого перерыва проект запустит второй десяток своих сезонов. Вернется в эфир, чтобы опять радовать зрителей, открывать новые таланты и превращать их в музыкальных звезд. А пока у вас есть время подумать, возможно, тот самый «Фактор X» есть именно у вас.
Айгуль Мухамбетова, Даулет Кушеев, Алматы, Первый канал Евразия.